Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Орла Стивом, Чумного Доктора. Будем сегодня лечить рандом. Да, конечно же, в первом видео он как-то слишком быстро излечился, поэтому мы сейчас проведем профилактику. Я надеюсь, как минимум 3 топ-1, надеюсь, получится сделать. Все-таки это Орел, это имба, хотя и специфическая достаточно. Но я надеюсь, у меня получится тащить за эту специфическую имбу, и будет все красиво. Так как Орел, на самом деле, персонаж сильный, жесткий, но без поддержки команды он всегда терялся. Вот всегда было. И сейчас вы видите, что у меня команда не очень. Походу, я зря сейчас буду рассчитывать на поддержку, поэтому рассчитываем просто домой, Орел. До свидания. Рад был познакомиться. Ну, что я могу сказать? У меня, кстати, Орел с первобытным инстинктом, поэтому дальность... урона при приземлении, точнее радиус урона при приземлении, там есть такой параметр атакивного навыка, увеличивается. Ну, сейчас мы его покажу. Вот золотая на Луи. И там на самом деле радиус другой, просто я сейчас показал то, что было. Опять залетаем противников. Мне сейчас главное залетать в толпучку. Толпучку более низких уровней. И вот так вот делать красиво. Жалко, копья сейчас у меня нету. Опять же залетаем. В дону еще залетим. Основная цель это вот красиво залетать и красиво уходить после этого. Это основная цель. Блин, их слишком много, я не вывожу. Тут два сквада, нужно аккуратнее себя вести. Аккуратнее вести и полез в драку, логично. Очень логично, у нас там акул, конечно же, сбежал. Но зачем ему драться, как бы 12 уровень, подумаешь, да? Мы тут, то есть, деремся со сквадом, он убегает. Ну вот такой бред, вот просто я нажимал кнопки, не промахнулся. Так, сейчас нужно, вот, видите, два сквада. Я пытаюсь один дожать, они ресуются и дожимают второй. Ресуют второй, да? Я понимаете, я соло это вытащить опять не могу, опять не могу. Но они опять каждый раз одно и то же делают. Моя команда просто нули полные, которые ничего не делают. Вообще, ну просто посмотрите, один стоит, второй стоит. Короче, я сейчас умру, наверное, просто-напросто. И все, и мы на этом закончим, потому что мне уже надоело. Эти бесполезные неадекваты, которые ничего не делают, мне уже надоели, просто катастрофически надоели. Они меня просто бесят люто. Вот это 12-й акул, который просто ходит. Он просто ходит. Как же мне писать, это бесит люто. Я соло хожу, тут всех шотаю. Два сквада, понимаете, соло ходил, шотал. Сначала сверху походил, пошотал сквад. Потом снизу походил, пошотал сквад. Потом вернулся опять на верхний сквад, пошотал. Потом вернулся опять на нижний, потом опять на верхний, потом опять на нижний. Я просто ходил дважды. Ну, вы видели все. Вот сейчас бы был параметр урона, у меня было миллион, а у них бы было по одному урону. Фух, выговорился. Ну, в общем. Как бы не затащил, да? Слабый Орел. Что думаете? Вообще слабый. Просто приземляешься, шотаешь по два, по три противника. А твоя команда стоит, смотрит. Ну, что вы хотите, ребятки? Это команда в зубе, да? Почему-то баланс резко сломался, и мне... Когда он был нормальный, во-первых, да? Мне всегда такие команды кидали. Чего это я вообще начал возникать, а? Никогда мне нормальные команды не кидали. Ну, было редкостью, конечно, но... Обычно вот такое вот. Явно прекрасно. Ну ладно. Орла я взял. Давайте отправимся дальше. Что-то победка получилась. Конечно, было потно. Очень потно. Акул оказался вообще с дефибриллятором. Конечно, он был неадекватный. То есть, ну вы видели, да? Мы деремся... Я дерусь с левым сквадом, с правым сквадом. Акул пошел лутать копье. Ну, то есть, ему копья не хватало, понимаете, да? То есть, залететь и добить оставшиеся там полуживых челиков он не мог. Не мог. Для него это было сложно, понимаете? Сложно. Сложно. Одно слово. Так, Генрик у нас тут залутал, отлично. Так, у нас там нужна гранатка для наших ребят, поэтому... Так, лутаемся красивенько. Ну, действует вроде неадекват. Вроде. Ну все, погнали, короче, назад. Два орла 13-х. Ууу, ботик пришел. Ботик это хорошо. Я просто не хочу от него урона. Не хочу получать урон. Смотрите, как я не хочу получать урон. И все равно получил. Неожиданно. Ну ладно. Лучше так, чем никак. Ну вот, спрятался за текстурой специально, чтобы он мне не бахнул своим дробовиком. Нет, он мне все равно бахнул. Это боты, да, они только в меня стреляют, как обычно. Ладно, у меня есть какая-то команда, и мы держимся какой-то тактики. Правда, Орел у нас, ну, более-менее, ладно, он тоже старается, видите, играть командно. То есть, видите, вот начали все-таки интеллектуально
повыше подбирать союзников в бои. Вот реально. Ну, это заметно. Я это заметил уже давно, невооруженным глазом. То есть 1500 рейтинга, условно, да. Мне не кидают больше 5 уровней. 6 уровней, 7, 8 кидает, но там, если там 1200 рейтинга, и паренек, наверное, уже, ну, явно видно, что адекватный, да? То есть неадекватов больше не кидает. Прям откровенных, да? То есть что-то они умеют. Двигаться вместе. Заметно, да? Нажимать кнопки. Уже более-менее они могут, да? Ну, не все, конечно. Может быть, сегодня на 4-й или 5-й день уже какой-то. Я запутался. Сегодня у нас пятница, уже 5-й день. Ну, вообще, в воскресенье запустили, ну, то есть 6-й уже. Ну, я надеюсь, вот это вот, что сейчас у меня происходит, это продлится дальше, потому что, ну, мне нравится изи побеждать. Ну, как изи? Вообще побеждать мне нравится, как бы подряд. 6-я победа, если сейчас смогу, то будет вообще за сегодняшний день. Ой, я без ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не туда залетел, не в тот район. Ой, я себя переценил, ой, я себя переценил. Ну, я просто, знаете, подумал, что орел в меня залетит мой. Точнее, мой орел тоже умеет кнопку нажимать залетание. И тоже сможет залететь. Но не смог залететь, понимаете, в чем проблема? То есть мой орел не смог залететь. То есть нужно было залетать и шотать. Быстро змею. Орел этого не догадался. Я залетел один, прошло секунд 10, залетел мой орел. Ну, я ошибся по поводу склада в плане того, что они адекватны. Конечно, можно было как-то по-другому действовать, но было... Ну как там, было две змеи? Они бы нас ядом задушили за полминутки, да? Вот реальность. Плюс там змея была с бицепсом. С бицепсом. 14, да? То есть видно, что мозг есть, жесткая змея, поэтому там шансов других не было. Нужно было влетать и шотать. Нужно было, чтобы я влетел, орел влетел другой и Генри влетел. Но два моих друга не влетели, и вот чем это закончилось. Почему они не влетели? Потому что они боялись. Чего они боялись? Змеи боялись 14 уровня. Вот и вся логика. Поэтому они не влетели. Вот у нас еще жираф Гений попался в команде. Очередной. Опять же, видите, сейчас 7 уровень попался. Лизи, да? Такое уже было, как бы в этом нет ничего прям такого сверхъестественного. Блин, под две гранаты залетел. Красиво. Ну, у меня фулл хп было. Вы это видели. Я даже аптечку прожать успел, понимаете? Аптечку прожать. Что это? То есть, Джейд. А что с Джейд случилось? А как она фулл хп сносит одним ударом? А как она нас сейчас шотнула с половиной хп? Когда была мертвая уже? Ну да, жираф. Вы это видели? Походу баланс вернулся. Баланс вернулся, увидел, что я победил 5 раз. Такой, ага, хватит с тебя. Теперь давай 20 поражений. Не, ну по-другому-то выводов нету. Это ж логично. Не, ну вы видели, да? Джейд пассивкой шотнула. Фулл хп. Я специально, я видел, я отхилился специально. Джейд была пустая уже. Изи. Изи просто. Минус фулл хп одним ударом. Я даже не уверен, что это был удар. Мне кажется, это была пассивка. То есть вот настолько все, ребятки, было печально. Ник сейчас залутает, да? Красавчик. Ну, у меня слов нет. А потом фулл хп, больше половины хп, когда мы нас резнули, да? Мы резнули с дефибрилляторами. Или я резнул кого-то дефибриллятором. Ну, в общем, не знаю, что там произошло. У нас была куча хп, больше половины. У нас все было красиво. Джейд мертвая. Нас шотает. Я не, конечно, могу сказать, что, может быть, я что-нибудь не увидел. Могло такое быть. Объективно, да? Ох, как же все-таки нравится. Ну, тут, правда, уровни, видите, ниже намного. То есть, у них команда, может, адекватная, но по уровням мы просто намного сильнее в разы. А ребятам просто не повезло. Ребятам просто не повезло. Обидно мне, конечно, что им не повезло. Нам повезло, им не повезло. Это обидно. Но это лучше, чем то, что мы бы проиграли. Поэтому отношусь к этому более-менее спокойно. Опять же, у меня 8-й пингвин, 7-й никс. Но 7-й никс, видите, адекватно. Он старается набивать рейки, все дела. Я, наверное, душиться на этой неделе вообще на 1200 не буду. Потому что, ну, его, как говорится, 1100 и хватит. Честно говоря, ребятки, устал от этой душнины. Пока что буду адаптироваться к боям, а там посмотрим. Блин, я, кстати, залетел не очень корректно сейчас, потому что получилось по итогу залетать в не в очень выгодный вариант. А вот сейчас я залетел красиво. Вот сейчас я сделал все как надо. И сейчас еще раз залечу повторно. Надо змеюку добивать. Блин, я, правда, не успею, наверное, да?
Блин, надеюсь, я не имею спецреза. Я, короче, совершил ошибку. Помоги, братан. Блин, короче, я ошибся. Вот сейчас была моя стопроцентная ошибка, которая привела к поражению моей команде. Но она была сделана мной. Почему? Вы видели, как залетал баг. Видели. 11-й баг залетал в этих ребят фуловый. На основании этого я все-таки сделал последний рывок. На основании только этого. Ну и баг, конечно же, свалю. Логично, да? Да. Ой, блин, там квест на предмет улучшить. Надо заменить, я забыл. Вот. Кто эти люди, которые... Вот почему нельзя убрать просто этот квест? Вот почему, ну... Ой, ну ладно. Что есть, то есть. Погнали еще один боец, ребятки. Как видите, поражения накатываются. Ну, я сам виноват здесь был. Опять же. Если бы не баг... Но он... Вот... Если бы он не ворвался, я бы улетел в другую сторону к ребятам. Но я видел, что баг врывается, я видел, что мы сейчас шотнем. Я все сделал правильно, ну, и красиво. Но баг сказал, ой, а я, это, пойду назад. И поэтому меня там добили, ну, вчетвером одного орла, без аптечек, без ничего. Конечно, было легко добить, тут не поспоришь. Поэтому тут ничего прям такого сверхъестественного не было. Но, опять же, мы могли изи затащить. Если бы не вот этот вот... Непонятный вырыв бака, который в итоге потом ушел назад. Скорее всего, он просто ушел потом назад лутать аптечку или еще что-нибудь. Ну, но опять же, ситуация была то, что мы дрались против двух спадов, и я все-таки сделал ошибку, мне кажется. Ладно, как говорится, ошибка ошибкой бывает. Вот на орле, да, вот нельзя переоценивать команду каждый раз. Одно и то же. Хочется переоценить свою команду, хочется поверить в то, что они могут нажать кнопки. Блин, у меня 3 никса, посмотрите. Только я говорил про то, что баланс нормально стал. Если что, да? И вот. И вот. Так, надо брюсика шотнуть. Опять же, у меня 3 противника. Ну, я ворвался там в одного, да? Хамелеон, конечно, дерзкий. У меня, кстати, аптечек не осталось. То есть я сейчас буду врываться на обум чисто. Чисто на характере. Я успею еще раз их всех шотнуть. Ну а теперь все. Ну, вы видите, да? То есть мы дрались. Вот этот сквад, против которого мы дрались. Почему эти двое там, этот тут, а этот там? Хотя я же его спас, он... У меня нет слов. Ну тут, да, было очевидно, что команда какая попалась, такая попалась. Вот. Сколько? Один раз у меня была ошибка, да? То есть был баг с Джейд. Была моя ошибка, и вот сейчас команда плохая. То есть 3 боя, 3 поражения. Слишком много факторов приводит к поражениям, как вы заметили уже, да? Наверное. Ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте мы закончим. Не получилось у меня вылечить рандом. Он вернулся в свою обычную степь, где сквады окружают. Джейд шотает мертвая. И я допускаю ошибки, потому что баку почему-то после врыва захотелось вернуться назад. Прекрасно, что я могу сказать. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.